Привет, он мы с Бимом Синаш мотаем. Ты тоже мотаешь, да? Работаешь? За пайку? Так. Мотаем овес сеянный. Весь он в траве там. Ну, зато зелени до хрена как раз. Овес весь желтый. Ну, не весь, такой еще. Вот так вот. Ну, и зелени много. Сейчас покажу такие рулоны. Обстерню. Здесь кошена отава. Все равно бывает протыкает. Вон есть. Так что внимательно смотрим. Это все у нас вон на комбайн овес. Вот такую высокую стерню оставлял. Из-за того, что вот такое вот растение здесь растет. Это козлятник. И мне удалось его посеять. Вернее, у меня он взошел. В отличие от некоторых. Ну вот езжу, жалко прям, блядь. И вон еще. То ли этими граблями. Не граблями, а культиватором засеяли рюмкой, а культиватором как бы зарахлели. Он греб, и получились борозды кое-где. Ну, вот такой рулон. Сейчас его будем обматывать. Обматываем тоже много палок. Обматываем пленкой, потом напишу какой. Он чуть-чуть осталось. Так, стою, держу, чтобы натяжка была. Натяжка обязательно, потому что количество рулонов. Наверное, уже наконец-то смонтирую то видео по пленке. Эту пленку я вставлю в видео, какая я. А вот сейчас доматываем иранцы. Ну, будет ролик, там я уже буду говорить. Вы уже узнаете, что иранцы — это просто жесть, жесть. Это как наши там смоленские, Подмосковье зеленое было, которая вот как есть 1500 метров. Вот сколько она рулон 1500 метров намотает. Она не тянется и плохо прилипает. То есть не стрейч, а просто какая-то клеенка. Вот я сейчас мотаю. Последний у нас просто. Я ездил на Старицкую в Тверь. Хотел взять пленку. А там кончилось. И не поехал в этот. Как она? В Житницу. Потому что я брал агро стрейч пленку иранскую у них. Была у них еще белорусская. Белорусская вроде более-менее. Ну, вот такие вот рулоны. Много сора, много травы. Ну, это и к лучшему. Овес такой уже. Ничего страшного. Вика очень что-то мало. Почему-то Вика зашла позже всех и еще как бы не набрала. Хотя я здесь Вику не сеял. Ладно, смотрите дальше. Так, ставим вот такую вот пленку, значит, 750 на 1525 микрон толщина. Так, сейчас мы ее распаковали. С чем она херовая? Опять вот эта втулка. Сейчас не вижу. Не, пластиковая, нормально. Да, и чтобы его поставить, надо этот правильной стороной. Одна сторона клейка, другая не клейка. То есть ее поставить самое главное правильно, чтобы клеем внутрь был, вклеилась она. Ну ладно, сейчас поставим, поедем, дальше покажу. Так, ну вон мотаем, первый пошел. 4 у нас получилось. 5 не добрал, слез домой. Вот так вот возим. Получились сухие, очень сухие. Сенажом не пахнет. Будет полусено, полусенаж, замотанная в пленку.
опрыскиваем молочной кислотой, пленка равно не тянется. Так что... О, Виталий, как всегда, на, да? Все хуйнул. Не было. Чуть-чуть осталось, да? Так, ну ладно, мотаем. Сейчас покажу, как рукой держу, то есть прижимаю растяжки 0,1. Понятно, да, выражаясь? Херня это, а не пленка. Так что пока лидирует у нас одна пленка. Потом скажу, какая. Во-первых, она как-то волнами, блядь. Во-вторых, натяжки вообще. Так, ну... Всё, Виталий тут... Нормально. Это... Гигантской сварки тут цилиндр накрутил. Что хочу сказать, пленка говно, иранская то же самое. Это чуть получше, маленько тянется, но процентов 10 тянет. Так что в конце, наверное, покажу еще раз, что это за пленка какая. По-моему, 8500 брал, что ли. Ну, что-то такое. Так что пока лидирует у нас. В комментариях напишу, какая пленка нормально тянется. Хотя в этой клее есть, но растяжки нету. И как бы она такими волнами идет. То есть не выдувная, видать, этот раскаточная херня. В общем, клеен. Похоже очень сильно на клеен. Ладно, смотреть дальше.